Здравствуйте! Вы на канале Рукоделие GoPlay. Сегодня я займусь виноградом. Весной старые поросни нужно ветки вот эти убрать. А вот они новые, которые оставить. Смотрите, тут почки пошли. Вот они, новые листочки. Я их оставлю. Вот почка. А остальное вот так вот буду убирать. Вот эти старые уже засохшие я уберу. Ну все, приступаем. Надеваю перчаточки и срезать буду старые вот эти. Оставляю одну-две почки. Если старые поросли не убирать, они будут мешать новым расти, забирают. Чтобы снова вырасти, свеженькие.
оставляю одну-две почки на ветке, остальную ветку все срезаю, чтобы было, где, было место, куда расти новым почкам. Тоже надо убрать сухие. Вот они, ветки я убрала. Вот смотрите. Вот ветка. Здесь почка. Вот она почка. Вот одна, вторая почка. Раз, два. А вот эту длинную я срезаю палку. И убираю. Вот эта длинная, она не нужна. И вот у меня осталось. Остался ствол и две почки. Вот здесь надо сейчас замазать будет. Ну все, всем пока. А я продолжаю вырезать виноград. С вами был канал Рукоделие GoPlay. Пока-пока.